Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсін, і ведучий youtube каналу Рашкін Репорт з нами в цій ранній порі. Вітаємо. Вітаємо спасію за приглашення. Всіх радий. Слава Україні. Героям слава. слава. Так, ну, по-перше, це взаємно. А почнімо, певно, з цієї пропозиції від Володимира Зеленського для Дональда Трампа. Чи знайде вона якесь. Е... какую-то реакцию, какое-то отбитие Соединенных Штатах и конкретно в Дональда Трампа и его Многие задаются вопросом, что же может сделать Дональд Трамп и как быстро он может решить вопрос войны в Украине, если Дональд Трамп станет президентом. И для того, чтобы угадать, что он может сделать, не нужно смотреть в будущее, можно посмотреть, что он сделает сейчас когда он пытается сделать все возможное, чтобы остановить законопроект в Палате представителей, где он имеет полный контроль над спикером Джонсоном, и не пропустить законопроект, который должен помочь не только Украине, но и Израилю но Украине для него это, видимо, личная проблема. Поэтому мы понимаем, что он, ну, нет у него теплых чувств в отношении Украины. Поэтому, когда президент Зеленский предлагает, приглашает Дональда Трампа посетить линию фронта, мне кажется, это замечательным просто троллингом. Потому что мы знаем, что Дональд Трамп к тому же боится сходить на могилы погибших солдат, когда идет дождик, как он сделал во Франции. Плюс он считает погибших и вообще служащих, военнослужащих лохами, потому что они сражаются за что-то большее, чем они. Дональд Трамп не видит этого, он транзакционный человек, поэтому он не понимает, как можно служить за что-то. Поэтому в каком-то смысле ему было бы очень полезно съездить на фронт, но шансы того, что это произойдет, я думаю, ниже нуля. А чи немає законодавчих обмежень, які би регламентували контакти кандидатів у президенти із урядами інших країн? Конечно, это хорошо бы, чтобы было больше контактов и чтобы было больше общения. Я рад, что регулярно мы видим наших конгрессменов, сенаторов, которые приезжают в Киев и говорят о своей поддержке и помощи. Но, с другой стороны, есть сенатор Линдзи Грэм, например, который поддерживал Украину, поддерживал, а потом проголосовал против Украины, потому что политика, простите, граница, простите, политика ближе всего. Поэтому у американских республиканских политиков сейчас происходит очень такой кризис идентификации. Кто они такие, что для них важно, есть ли у них какой-то хребет или являются они просто приставкой к Дональду Трампу, который захватил их партию и у которого как бы все его взгляды, либо они их поддерживают, либо їх будуть удалять на праймарис. Поэтому самые храбрые республиканцы – это ті, которые не должны переизбираться в этом году. Ну але я хочу б уточнити, якщо би Дональд Трамп раптом захотів приїхати в Україну, чи може він це зробити? Чи є якісь обмеження, які забороняються робити кандидатам у президенти? Вообще покидать страну в год выборов считается плохой политикой, потому что это как, поскольку внешняя политика не играет решающей роли на выборах, то она может как бы больше навредить, чем помочь. Поэтому обычно кандидат в президенты в год выборов сидит тихо и не вылезает, за исключением, если ему нужно доказать, что он ну, там, бывал за пределами страны. Как Десантису нужно было, он там съездил в Израиль, там, там себя опозорил, тут себя опозорил, но ему нужно было доказать, что он может. Ну и вот и так и получилось. А Дональд Трамп к тому же еще будет очень занят. Потому что у него сейчас надвигается судебный процесс. За судебным процессом он будет, понимаете, когда это были еще гражданские дела, то ему не нужно было присутствовать в зале суда. Но сейчас начинаются криминальные слушания, 25 марта первое дело. И он будет очень занят, поэтому оторваться от зала суда, где он обязан присутствовать, и съездить на фронт, даже если бы это могло ему каким-то образом помочь, а он этому просто только вредит поскольку как человек, который представляет интересы Владимира Путина, он не может никаким образом легитимизировать Украину в принципе. Поэтому как, маг, как минимум будет говорить, что он, извините, очень занят, он, знаете, на печке, или же, простите, в зале суда сидит, и выйти оттуда он уже долго-долго не сможет. А потом, возможно, его могут даже арестовать и взять под арест. В для нього саме большої спитання просто тихо сидіти до полтора місяця і слухати, як говорять інші люди, і не виражати себе. Посмотрим. Ну а чи можна в такому разі передбачати певну комунікацію із іноземними урядами, конкретно із Російською Федерацією, не напряму? Адже після ось цієї, ось цієї розмови з такером Карлсоном Владиміра Путіна це теж трактувалося як ну, така спроба, ніби комунікувати та представника. Российской Федерации и э, Дональда Трампа как кандидата. Че вы це так само разглядаете? Я не уверен, что им нужно такой же большой связной, как Такер Карлсон. Который, потому что и Путин, и Трамп, в общем-то, повторяют одно и то же достаточно давно просто Такер Карлсон мог довести поддержку, он мог легитимизировать, и мы видим, что после этого, буквально через несколько дней убийства Алексея Навального, мне это напоминает слегка то, что произошло с журналистом Кашоги, которого убили в Саудовской Аравии, его заманили в посольство, и там его расчленили, в общем, это, это была большая проблема для Саудовской Аравии, ухудшила еще ситуацию для Саудовской аравии на несколько лет и вот только сейчас они начинают как-то выходить из этой ситуации потому что мир продолжает существовать но если сейчас взять россию и э, еще сделать из них еще большего изгоя я думаю что надежда вы знаете что если бы вот сейчас Такер карлсон не сможет рассказывать о том какая прекрасная страна россии что может быть его речи устарели но я сомневаюсь, я подозреваю, что для его публики, если Путин нравится Трампу, то значит им нравится Путин. А то, что произошло с Навальным, ну простите, Дональд Трамп не любит слабаков. Он не любил Джона Маккейна, потому что Джон Маккейн попал в плен и показал свою такую слабость. Он предпочитает, как сказать, значит, тех, кто не попали в плен. Поэтому никакой поддержки, никакой симпатии, эмпатии от Дональда Трампа э, тут не будет. И его поклонников тоже не будет. Поэтому тут Дональд, поэтому Такер Карлсон может продолжать так же, как он дальше может ехать в Пхеньян и проводить следующее, наверное, свое интервью теперь с Ким Чен Ином и показывать, что, знаете, такой замечательный трафик в Пхеньяне, можно просто ездить на машине, никаких, так сказать, заторов, пожалуйста, вообще, может быть, у него единственная машина там в стране. Так что Такер Карлсон играет здесь свою пропагандистскую роль, и, конечно, он, он является больше инструментом поддержки, мне кажется, чем передачи какой-либо информации. Давайте поговоримо про долю законопроекту про допомогу Україні. Оці 60 мільярдів доларів, які зависли скоро вже півроку. Як, як ви собі бачите далі розвиток цієї ситуації, зважаючи на те, що спікер нижньої палати парламенту відмовляється ставити його на голосування? Фактично, що далі? Що далі? Що зараз є в аптакою на називається «Discharge Petition». когда они могут собрать 218 подписей большинства и тогда идти в обход. То есть дверь есть, но смогут ли они решиться? Хоть один республиканский конгрессмен пока еще не был найден, ни один не был найден, который бы согласился придать интересы своей партии. И, понимаете, им же после этого еще надо жить, после этого надо еще избираться. А вот так отойти от своих и сблизиться с врагом может для них очень для республиканских конгрессменов очень плохо закончиться тут же на выборах. Поэтому политика так и замирает в год выборов, потому что нужно для политики, для законов, нужно чтобы работали. В вместе а работать вместе в год выборов очень сложно, потому что нужно говорить они ужасные, а мы замечательные, а потом как-то они сближаются. Но сейчас им нужно вот нужно помочь Украине. Плюс э, надвигается опять продлевание бюджета, которое будет уже скоро. И э, республиканцы и спикер Джонсон надеются, что вот сейчас он увел всех на каникулы на две недели вместо того, чтобы голосовать по поводу, по поводу помощи Украине э, и Израилю и Тайваню. И теперь он, значит, через две недели вернется, а там уже нужно будет проголосовать за бюджет. И какая помощь Украине, о чем вы говорите? Но сейчас их республиканцев бьют и будут бить на выборах раз за разом, потому что куда ни посмотри, они проваливают американские интересы. Они не поддерживают интересы американских женщин, они не поддерживают интересы национальной обороны, они не поддерживают безопасность границ. Это партия, которая сейчас показывает себя просто в ужасной ситуации, но в данный момент они достаточно эффективно тормозят законопроект помощи Украине. Поэтому я не чувствую большой вы знаете, в большой возможности, что будет найдено 20-30, возможно, республиканских конгрессменов, которые согласятся подписать этот discharge petition, потому что мы знаем, что отколется несколько с левого фланга, потому что у них есть вопросы к Израилю. Так же, как Кевин Маккарти не хотел выдавать чистый чек Украине, так же у нас вот есть либералы, которые не хотят выдавать чистый чек Биби Натаньягу в Израиле. Поэтому нужно найти достаточное количество республиканцев. Я не уверен, что это может произойти. Поэтому пока, что мы как бы с одной стороны на уровне невероятного как бы пристыживания пристыживания этих людей, которые говорит: ну давайте все хотят проголосовать. А с другой стороны, когда у них нет стыда, то это, это сложно сказать, как это сработает. В Америці така система виборів до парламенту відрізняється від української. Якщо у нас вибирають всіх депутатів одним махом, то у штатах є люди, яких вибирають там що 6 років, що 2 роки. Чи є у вас підрахунок, скільки конгресменів залежні від майбутніх найближчих виборів, а скільки вільні в своїх рішеннях, тому що обиратись їм не цього і не наступного року? По менці значить, всі конгресмени у них кожні два года, роки... Поэтому каждые два года вот выборы сейчас мы ожидаем. А в Сенате у них каждые шесть лет. И их только два на каждый штат. Штатов 50, поэтому 100 сенаторов. А конгрессменов 435, там в какой-то момент они сказали, достаточно, не будем больше. И они нарезали все эти округа каким-то образом. И поэтому в штате может быть два сенатора, но поскольку там очень мало населения, там может быть только один конгрессмен. И они балансируют свою власть таким образом, потому что сенаторы, как бы в Сенате, это контроль у, больш... у маленьких штатов, у которых нет населения большого, но они представлены таким образом, потому что даже в Вайоминге, где живет три комара, там два сенатора. Поэтому это очень важно. А с другой стороны, какой-нибудь штат Калифорния где только два сенатора, но там только людей, поэтому у них очень, я даже не знаю точно, сколько у них конгрессменов, ну уж точно больше, чем, ну, кажется, в любом другом штате. Поэтому баланс так значит распределяется по-разному. И сенаторы меньше нервничают из-за выборов. У них как бы больше горизонт. Они даже дольше, чем президент. Президент только 4 года. Поэтому сенаторы избираются, и они могут, вот как сенатор Ромни, он посмел выступить против Трампа, потому что он думал, что может пересидеть. Будет еще чуть дольше, Трамп эта волна спойдет, а Мит Ромни вот будет нашим красавцем. Но волна не спала, и Мит Ромни тебе приходится уходить из политики. А конгрессмены, которые избираются каждые два года, живут постоянно в ощущении паники, что сейчас их могут не переизбрать. Сейчас вот, может что-то произойти, нужно срочно собирать деньги на выборы. Они все время ищут деньги. И при этом округа их, эти 435, это большая проблема в США, очень часто нарезаны таким образом, что там может выиграть только либо демократ, либо, либо республиканец. Это такая защитная система, когда в результате, если вы выигрываете партийные выборы, то вы практически вам гарантирована эта позиция. И таким образом, как бы, ну, не нужно нервничать о оппозиции. Но когда появился Трамп, который захватил республиканскую партию, и вот на, он контролирует, мы видим, две трети ее. Он всегда сейчас набирает 65-70%, остальные одну треть контролирует вот Ники Хейли то таким образом он может их всех выкинуть оттуда и набрать туда только своих людей. И мне хочется этим всем конгрессменам напомнить про, извините, Алексея Навального, который жизнь потерял за то, что у него была мечта. А эти люди не боятся на выборах потерять свою работу. Но у них не то, чтобы они были бездомными стали после этого. Хотя у Майка Джонсона непонятно вообще, на что он существует, кроме конгрессовской зарплаты. Поэтому, возможно, ему он как раз и очень еще за это держится зарплату. Но, в принципе, это обычно достаточно состоятельные люди и вот так держаться и подлизываться под Дональда Трампа, потому что они боятся потерять свое э, свое место из-за неправильного голосования это очень, ну, как бы печально наблюдать, потому что понимаешь, что это люди в республиканской фракции сейчас, которые оказались либо просто с этой толпой, либо они слишком слабы, чтобы противостоять толпе, которая, как говорит Дональд Трамп, мы, значит, если вы не будете нам платить достаточно, союзнички, то мы вам вообще никому даже не будем помогать, а скажем, России, идите сюда, делайте с ними, что хотите, потому что НАТО это такой рэкет для трампизма. Uh, это странные ситуации для партии Рейгана, и я слышал интервью с его советниками, которые говорили, он сейчас, наверное, быстро вращается в могиле. Но вот такая республиканская партия сегодня. повертаючись до ось этой инициативы 60 миллиардов для Украины, Особа спикера Майка Джонсона, насколько она є визначальною в этой у цій истории и то, чем, скажем, он мотивує свои решения. Вам это понятно? Я не думаю, что Майк Джонсон поставит на голосование законопроект, что бы с ним ни происходило, просто потому, что Марджери Тейлор Грин уже обещала ему, это другая конгрессвумен, такая очень, ну, самая такая отмороженная из мага, что она поставит тут же на пересмотр его, значит, кандидатуру как спикера, если он поставит на голосование проект Украины помощи Украине. Так что она держит как бы такой пистолет к его виску, поэтому представить себе, что он может после этого что-то сделать невозможно. Но если будет это discharge petition, то тогда он как бы здесь ни при чем, потому что это сделано вне его желаний. Он противился, он замедлял, но все равно это произошло. Посмотрим, есть ли найдутся люди, которые увидят интересы страны выше партийных интересов. Поки йшов наш матеріал про э, спікера Джонсона. Ви дуже посміхалися на моменті, э, де йшлося про фінансування його кампанії, в тому числі російськими олігархами. Що про це пишуть у штатах? Ця історія я вам скажу чесно: ще не набрала тих оборотів, які возможно вона того заслужує. Но пока что это действительно дает как бы повод к большим расследованиям. Будем смотреть, что происходит. Это вообще спикер Джонсон, он оказался спикером ниоткуда, ни с чего. И когда у нас политики оказываются под, на большой сцене, национальной такой сцене, то прожектор а, журналистики журналистике, вот прожектор этой перестройки а, светит на них. И мы видим, кто это такие очень быстро. И какие-то, знаете, там Сантис, который был большой звездой во Флориде, когда он оказывается на национальной политической сцене, мы понимаем, что это мокрое место, которое из себя ничего не представляет. Спикер Джонсон разваливается по разным параметрам. Да, у него, возможно, непонятно, откуда деньги он получил на своей избирательной кампании, это надо будет еще проверить, но мы знаем, что он еще также, у него религиозные заскоки, что у него какие-то странные там программы, когда он следит за собой, за своим сыном, сколько они смогут какие веб-сайты какой значит там ну это такой ну просто это очень странное поведение для американцев а поэтому и мы знаем что он появился неоткуда но он очень красиво выглядит и очень красиво говорит поэтому при значит при рассмотре выясняется что его слова не совпадают с его действиями и, возможно, за ним могут стоять любые интересы, потому что он как политик, как конгрессмен, ему нужны деньги в срочном количестве, в больших количествах. Он бегает и собирает все, что ему нужно, все, что он может найти. И сказать, что в такой ситуации политики, которые так зависят от этого, будут слишком чистоплотны и слишком близко смотреть. Если выясняется, что это какие-то были неправильные деньги, то первое, что он должен сделать, он должен вернуть это тут же. Не знаю, что у него сейчас в его на банковском счету к избирательной кампании, но это первое, что нужно сделать. А после этого пусть разбирается там ФБР, налоговая инспекция и все те, кто должны в это смотреть. Он просто человек, который абсолютно случайно оказался в этой позиции, но, возможно, даст нам еще какую-то большую информацию о том, как работает американская политика, как, где люди находят деньги для того, чтобы финансировать свои выборы. Это очень интересная тема для нас здесь, в Америке. Ну, я думаю, що ми продовжимо їхнє обговорення при нагоді знову за цю розмову. дякуємо вам. Нагадаю, Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсін, і ведучий Ютуб каналу Рашкін Репорт в цій для нас ранній порі з нами на зв'язку. Дякуємо вам.